Здравствуйте. Вчера мы ездили в теплицы, в Пилю, в горную местность. Я выложила небольшие видео. Кому интересно, могут посмотреть. Как только я начинаю делать видео, обязательно начинается такая шумная кампания. У нас очень тепло еще, плюс 16, обещают на следующей неделе плюс 18. В общем, приходится поливать. Я вот здесь забылась чуть-чуть. И гвоздики у меня повесили головки. Вот такая вот зима. Что поделаешь, не всегда она у нас такая, но вот бывает. Итак, наверное, начну. Растение вот это вот было очень сухим. Я его полила для того, чтобы спокойно вынуть из горшка. Разумеется, будет рассажен этот фаленопсис с папоротником. В общем, эти два фаленопсиса я не покупала. Мне подарили их в разных магазинах. Они отцвели, место занимают. Зацветут на следующий год. Да, еще и зимой содержать фаленопсисы не очень-то легко. И, в общем, мне подарили. Большое людям спасибо. Фаленопсисы крупные. У одного, который жил совсем на улице в Пилю. Представляете, вот на улице абсолютно. У него немножко поцарапаны листья, но это понятно. И идет новый цветоносик. Поэтому он будет быстро-быстро пересажен. И один листик был, видимо, от полива холодной водой. И плюс еще и ночью уже холодно. Один листик был уже такой замокающий. Я его убрала. В основном растение очень даже такое крепкое. Здесь вот есть папоротник, который мы пересадим. Папоротники я люблю. Корневая у него вот, посмотрите, специально я полила, чтобы показать. Вот здесь был удален листик. Больше так я ничего такого не вижу страшного. Вот цветоносик новый растет. Я не буду удалять пока старые цветоносы. И скажу почему. Если у этого фаленопсиса он зацветет, вот у него почка есть, я надеюсь, что он скоро зацветет. Если у этого фаленопсиса цветочки такие, какие у меня есть, то он пойдет моей подруге. И этот фаленопсис подарили в другом магазине. Тоже вот посмотрите. Мне сказали, что цветы обрезали на букет невесте. И он уже не продается. Какого цвета они не знают, но по всей видимости какой-то светлый. Тоже растение вот такое вот. Стояло оно в кашпо, поэтому корни белые. Но все живые. Вот такие вот корнища, я бы сказала. Растение крепкое, плотное. Здесь у нас что-то попало. А, листочек, ничего страшного. Мы его вытащим. Вот такие были мои подарочки. Этот фаленопсис, разумеется, тоже я не буду ничего обрезать пока. Посмотрю, если он мне выдаст цветочки быстренько. Если что-то очень такое необычное или чего-то у меня нет, остается у меня. Если будет такой, который у меня уже есть, то мои подруги порадуются. Вот эту прекрасную камбрию я уже показывала вчера. Я купила здесь в Ларисе. У нас очень редко завозят что-то, кроме фаленопсисов и цимбидиумов. Вот цимбидиумы, фаленопсисы, сколько угодно. А другие орхидеи крайняя редкость. Вот такая вот прекрасная камбрия. Зеленая-зеленая, как салат. С новым растущим хорошеньким таким ростом. Очень симпатичная. И ароматная. Она уже у меня висит на веранде, на закрытой, там попрохладнее, поэтому цветочки подольше удержатся. Это сделано специально. А купила я, опять же, суккуленты и кактусы. Вот название я не знаю. Вернее, оно записано у меня, название. Здесь нет названия. Записанное название, но я сейчас не помню. Если кто-то помнит, сообщите, и мы вставим видео. Если нет, я буду искать. Вот такая вот у нас красота. Цветочки, как у одуванчиков. И еще вот. И я вот теперь в раздумье. Здесь у меня солнце побольше, когда оно есть. Но здесь холоднее. На закрытой веранде 2 часа, 3 часа сейчас солнце. Но там теплее.
где держать. Ну, наверное, поставлю на закрытую веранду. Вот этот красавец, я уже давно хотела его приобрести. Он мне напоминает капусту. Я не знаю почему. Название прошу знатоков написать мне, сообщить. Ну, это гимнокалициум, наверное. Я с суккулентами и кактусами, как вы знаете, не сильно заморачиваюсь с названиями. Мне, если что-то нравится, я выращиваю. Вот такая вот была красота у меня. Ну, и приобрела листовую землю. Что будем сажать в землю, увидим. Спасибо. Ну и как сказали, если интересно пересадки, напишите. Буду делать на видео пересадку. Если уже все знаем, тогда пересажу уже спокойно.